Приветствую зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплица «Капелька» 2,8×6 на бетонное основание. Приготовились. Торцы. Там вот Леня собирает. Все, приступаем. Продолжаем монтаж. Полностью собрали каркас. Закрепили на основании бетонный фундамент, анкера. Поставили нижний конек. Сейчас делаем отливы. Поликарбонат перекрываем. Форточные блоки, двери, форточки. Продолжаем. Закончили мы монтаж. Напоминаю, теплица «Капелька» 2,8 в ширину, длину 6 метров. 2,8 нестандарт под бетонный фундамент. Специально заказали с красивыми отливами, чтобы все красиво и четко было. Значит, свалена конструкция с профиля оцинкованной трубы 20×40. Капелька крепыш. Все арки сделаны из 20×40. Стенка трубы 1,5 мм. Труба оцинкованная. В торцах тоже частично 20×40, 20×20. Полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, 0,75 плотность. Фундамент бетон, на анкерах забурено, приковано намертво. В теплице установлены укосины для жесткости диагональной. 4 нитки системы подвязки, 2 пары форточных блоков на термоприводах с автоматическим проветриванием. Осенью их снимаем на зиму, то есть клиент их весной поставит. Далее идет форточка, здесь дверь с форточкой разрезная, не разрезная, а встроенная в дверь резиновый уплотнитель. Отливы. Все соты защищены перфолентой торцевым профилем. Все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии, оставляйте. Всем пока.